Takir assalamu alaykum. Aleykum assalam. Тез патрия, тез саватай. Та я здесь работаю. Ане, хотел тоже что-нибудь подобрать, подойти, будет что-то подходящее что-то. Ну вот френчес вот хороший вот такой вот установка. Посмотрите, сагрет просто возьмешь его. Эксперименты. Ну вот этот, кажется, этот размер больше. Этот, он хочет, давай, если это подходит, давай этот. Давай его посмотрим. Как думаешь? О, отлично сидит, слушай. Точно? Да, подходит. Ты, Тагир, этот, смотри, у меня, я здесь, кстати, не хватает мне. Может, ты запишешь мне в долг? Я так тут не хозяин, слушай, ну... Ну, если долг, ты не сосед мой, ладно. Если ты обещаешь, завтра, послезавтра, да? Конечно, я отдам, без проблем. Могу взять? На твою ответственность. А, хорошо, я под тебя запишу, только ты меня не подводи. Конечно. Хорошо, давай. Рад был видеть. Ты заходи, если что. Хорошо, спасибо, на здоровье, брат. Слушай, Тагир, а ты помнишь, твой друг френч взял в долг? Сказал, потом занесу. Что-то... Ты не можешь его поторопить? По-моему, он забыл про свой долг. Он разве еще не занес в долг? Нет, нет. А сейчас я наберу к нему. Сейчас. Это долг он еще не занес. Алло. О, Тагир. Ва алейкум ассалам. А что вспомнил меня? Что говорю, вспомнил? Ты еще долго зали сразу сюда. А. Ну и что? 21 год, да, сейчас? В 24-м должны мы увидеться. 3 года ждут. 3 года. Ну, 3 года не прошло. Что ты хочешь? Конечно, занесу. Через 3 года. Странно, 3 года не прошло, он хочет, чтобы я ему долг отдал. С каких пор так быстро отдали долг?